Негативно может сказаться на реках, да и вообще на всей экосистеме Байкала. Сплошная вырубка лесов. Но ее разрешили. Правда, не для всех, а только для строителей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Соответствующий законопроект уже приняли депутаты Государственной Думы. Согласно документу, на выделенных под сплошную рубку участках можно будет строить железнодорожные пути, дороги, мосты и порты. Развитие инфраструктуры позволит увеличить вывоз грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ко всему прочему, для строительства магистралей до 2025 года можно не проводить экологическую экспертизу. Пока списка земель, где будут рубить тайгу, еще не составили. Это должно определить правительство. В свою очередь, сам резонансный законопроект вступит в силу лишь после одобрения Советом Федерации и президентом страны.